Если вы лежите в больнице, необходимо следовать не только строгим назначениям врача, но и знать о некоторых полезных приметах, которые позволят вам выписаться как можно быстрее из больницы. Что же нельзя делать? Первое. Нельзя менять кровати и переходить в другую палату. Если вы так будете делать, то можете надолго задержаться в больнице. После выписки обязательно обойдите территорию больницы по часовой стрелке. Это позволит вам в будущем как можно реже бывать в больнице. Также не желайте врачам спокойного дежурства. Этого они не любят. Одна из жутких примет такая. Если в окно больницы бьется птица, это к смерти. Кто-то в палате, наверное, умрет. Не оставляйте любые свои вещи в больнице. Если что-то там остается, значит, вы туда вернетесь. Ну, а для беременных бонус. Если вы хотите еще раз забеременеть, оставьте любую маленькую свою вещь во время первой беременности в больнице. И тогда вы вскоре забеременеете и вернетесь туда же. Желательно отблагодарить своего доктора каким-либо подарком после выписки. Эта примета обещает быстрое восстановление впоследствии после больницы или после операции. Если вы собираете вещи для больного, чтобы отвезти в больницу, никогда не берите новые вещи. Все вещи должны быть ношенные или бэушные. Это касается и обуви. Никогда не покупайте в больницу новые тапочки. Также не кладите одеяло, когда застилаете кровать, на стул в палате. Это очень плохая примета. Если назначение врача или написанное на бумаге ваша история болезни упадет на пол, это очень плохо. Но нейтрализовать эту примету можно, наступив на данный документ ногой, а потом его подняв. И не дарите ни доктору, ни выздоровевшему вашему родственнику белые и красные любые цветы. Если вы дарите цветы, они должны быть другого цвета. Вот и все. Будьте здоровы. А сейчас бонус. Заговор от болезни. Следите за обновлением. Все ссылочки будут в описании. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте колокольчик. И тогда вы первыми узнаете о том, что вышло именно ваше видео по вашей проблеме. До новых встреч на моем канале. Не забудьте поставить мне лайк, если вам понравилось это видео. И встретимся еще.